Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами группа «Юбилейный» и я, Попов Александр, на нашем канале YouTube. Сегодня мы поговорим немного о зарубежных монетах. Был в поездке недавно совсем, поэтому не выкладывал видео новое. И привез, ну, подарили родственники, спасибо Ольге, монеты. Вот такой вот лист монет. Разных подарили мне. Так вот сзади они выглядят. Ну, вообще разные монеты. Здесь и, разные, я так понял, что здесь разные года. Написано 30 египетских монет. Переводится различные монеты. Вот мы и одели перчатки, чтобы подробнее рассмотреть некоторые из монет, которые у нас есть. Это монета Египта, я вам напоминаю. Вытащили, ну, был лист такой, я вытащил монеты, выложил на диван, чтобы их подробнее рассмотреть нам. Давайте начнем, пожалуй, с вот такой монеты. Это монета номиналом. Это монета номиналом 5 пиастров, египетская валюта. Вам, я надеюсь, все видно. С другой стороны изображение вазы. Изображение вазы старинной. Вот такая вот монета. На монете указаны года христианскими цифрами и арабскими цифрами. Как говорится, Египет — это арабская страна, поэтому здесь по-другому написаны цифры, года. Я вам приведу в видео таблицу, по которой можно сориентироваться по годам и посмотреть, что это за года. Гурт у монет гладкий, как вы видите. Такая вот монета. Сейчас у нас будет следующая монета. Это также монета 5 пиастров. Дат на арабском языке и на христианском. С другой стороны у нас изображение знаменитых пирамид в Гизе. Кто был, я думаю, тот знает и видел их вживую. Такая вот монета. Так, следующая монета. Так, также монета F5 пиастров. Вы видите, такая вот вся. Ну, она, состояние хорошее. Как будто она новая, да? Вот такая вот 5 пиастров. С другой стороны изображен орел. Или сокол. Сокол изображен или орел. Также нанесены арабские даты и христианские наши цифры. Также есть еще монеты тоже 5 пиастров. Это также с вазой. Я уже показывал подобную, но просто монеты разных годов, и поэтому они разных размеров. Тоже 5 пиастров. Здесь вам видно все. Так. Такая монета есть 5 пиастров. Также с орлом у нас она. Вот с таким. Ну и дальше пошли монеты номиналом 10 пиастров. Также же они у нас вот такие вот изображения на арабском языке, ну и на христианском. На двух языках они чеканены даты. Вот такая вот монетка.
с другой стороны изображение, как будто фараон сидит. Ну и написано на арабском там что-то, я точно не знаю. Просто монет очень много, и по каждой рассказывать... Не, ну если хотите, конечно, можете написать в комментариях, могу по каждой вам рассказать, если надо будет. Но я думаю, нет смысла особого. Как бы так прошлись по монетам и посмотрели, что это за монеты вообще. Потом монета, также 10 пиастров с разными годами. Вот такая вот. Думаю, вам все видно. Абсолютно. Так. С мечетью. Ну, часто на монетах Египта изображают мечети. Монеты выполнены из разных металлов. Из латуни есть. Есть из алюминия, бронзы. Ну, разные металлы. Чеканятся из разных металлов монеты. Но эти монеты, как я вам говорил, они уже в обороте не существуют, не бывают. Сейчас в основном валюта 25-50 пиастров и 1 фунт египетский. Дальше также у нас есть монета, также 10 пиастров. Это монета, если я не ошибаюсь, с... Ну вот, 10 пиастров, это монета с фараоном. Статуя такой фараона. Думаю, вам все видно. Так, дальше. Что у нас здесь еще? Вот такая монета 10 пиастров. С изображением орла. Дальше. И такая вот 10 пиастров у нас есть. Изображение мечети. Конечно, состояние подубитое. В общем, такая монетка. Ну все. Вот такое вот у нас было небольшое видео. За египетские монеты мы поговорили. Об египетских монетах. Спасибо всем, кто смотрел это видео. И, ну, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Пишите комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. Если вам понравился формат данного видео, также пишите. В общем, вот такие вот монеты у меня были. Всем спасибо за внимание. Всем до скорых встреч. Также... Я вниз скину ссылки на мой инстаграм, на одноклассники. Также там у нас появились группы нашего канала. Ну и всем до свидания.